Мяу, всем большой-большой привет! Это я, кошка Лана, и сегодня я решила поиграть в игру про трех панд. А мой друг кот Леонард тоже решил во что-то поиграть у себя на канале. Так что посмотрите, во что он там играет. Он что-то говорил опять про Роблокс. Интересно, может мне тоже стоит продолжить. Но я сегодня буду играть в игру про трех панд. Так что давайте начнем. Им нужно выбраться с острова. Мяу, а им мешают всякие коварные пираты. Мяу-мяу, ребята. Злые пираты похитили панд и посадили их в клетку. О, бедненькие пандочки. Я не знаю даже, пираты хотят их отдать в зоопарк или еще куда хуже. Но явно пандам не нравится сидеть в клетке, да и никому бы не понравилось. Нужно их как-то освободить. Так... Вот сюда идем. И что же? Ух ты, клетка сломалась. Это хорошо. Так, нажать на рычаг теперь нужно. О, это какая-то штука на корабле у пиратов. Какой-то странный лифт. Ну, давайте заберемся сюда. Вот, ура! По-моему, я спасла их. Ой, ой-ой-ой, ребята, смотрите. Тут спит пират, и нужно утащить у него ключик. Ага, да, так быстро мы взяли ключик. Смотрите, панды хорошо так работают вместе. Так, и теперь нужно открыть вот эту штуку, не знаю, что это, давайте посмотрим. Лесенка, ух ты, какой продуманный корабль у этих пиратов. Так, и как мы теперь на нее заберемся? Вот так вот. Смотрите, панды такие умненькие, молодцы. Обманули пирата. Ой-ой-ой, и тут тоже пират. Вот мы забрались сюда наверх, и уже есть выход на палубу пиратского корабля. Так, и что, вот так вот он нас не заметит? Вот так вот, ну же, быстренько. Ой, он смотрит на них. Они там за сеточкой спрятаны. Так, а теперь нужно маленького подкинуть наверх. Ух ты, ну давайте подкинем его. Вот так вот сюда, и что, он не ударится там сверху? Ой-ой-ой, как высоко! Ой! Ого! Так. И что? Нужно скинуть коробки. И, наверное, оглушить этого пирата. Сейчас он подойдет. И мы попробуем. Вот так вот, давай. Ой! Ой, нет! 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 Ой! Он врезался в коробки, которые стояли, и это сработало. Мяу! Такой странный пират. Так. Ага, теперь нам нужно вот тут вот управляться. И что же? Вот эта вот толстенькая панда нам поможет. Ух ты, и правда, смотрите, крюк. И что, нам придется и этого пирата поймать? Такой у них продвинутый корабль у этих пиратов. И все продумали. Но не думали, что панды такие умные. Мяу. Так, сейчас захватим его. Ой, а что, сломался? Вот так вот. Ну все, теперь он тут висит. Вот так вот подвесили пирата. И пойдем нажмем на этот рычаг. Единственное, что панды очень медленно ходят. Как будто тут нет чего-то страшного, они просто такие гуляют по палубе. А тут же куча пиратов. Пандам нужно бегать и убегать от них. Ой. Ага, теперь панды уплыли на остров. Ой, на пляжик. Мы с Лео тоже вчера были на пляже. И позавчера на выходных мы ходили на пляж, и теперь панды на пляже. Здорово. Так, и тут какие-то странные штучки. На них нужно прыгать. Ну, давайте попробуем. Так. А, это гусеньки такие странненькие. Так. И... Ура! Панды запрыгнули. Так, перепрыгиваем куст. Вот. Ой. Ой. Ой, бедненький. Ну как же? Как же ты тут на кусте-то? Ой. Такой колючий куст, наверное, все лапки поранил. Ой, а это какой-то сложный уровень. Что, нужно бросить камень? Ну что, вот сюда иди тогда. Толкай камушек, а мы толкнем гусенку. Ой, не получилось. Нет, камушек просто укатился куда-то под воду. Так, ну это не получилось пройти. Надо, наверное, заново. Так. Вот так вот толкаешь камушек, и гусенка... Да что ж такое-то, ребята? Гусеница не хочет нажиматься. Так,
третья попытка. И... Да что такое с этой гусеницей не так? Мяу. Может быть, сначала ее нужно в такое положение поставить, а потом толкнуть. Так, ну давайте попробуем. Но не подведи меня, пандочка маленькая. Так, и гусенка тоже не подведи меня. Ура! Так, это мы хорошо сделали. Только камень там, по-моему, застрял, мяу. Может быть, вот эта пандочка, которая умеет прыгать, она туда перепрыгнет? Так, ну что? Нет, не получилось. Так, а если с тоже пандочки прыгнуть на гусеницу? Гусеница-трамплин. Интересно, ей не больно, что мне целая панда прыгает? И почему гусеница больше панды? Ой, слезай, куда ты там влез уже, маленький. Так, вот сюда вот. И... Да, смотрите. Ура, у меня получилось. И давай теперь пинай камушек. Так, вот сюда. Да. И что теперь? Ого, камушек может остановить воду. Ух ты. Ну что, теперь нам пора тогда с пандами идти дальше. Мяу. Ой, надо же. А сейчас гусеница сработала как трамплин. Ну, посмотрите просто. Неужели на них вообще не нужно нажимать? Странно. Напишите в комментариях, ребята, нужно нажимать на гусеницах или нет. А то я не знаю. Так, панды куда-то в дно ушли совсем. И теперь выбрались. Ура! Здорово! Ух ты, а тут черепашка есть и еще кто-то. А тут что? Так, может, нужно подпрыгнуть? Ой, птичка! Мы согнали птичку, а она кинула камень на букашку, а букашка опустила лиану и погналась за птичкой. Вот это здорово! Такая целая команда должна была нам помочь. Так, и теперь нужно дождаться, когда черепашка к нам приплывет, что ли, обратно? Да, я думала, черепашки быстрее плавают, а она так медленно, важно. Ну ладно, подождем. Ну плыви сюда, плыви, нам нужна твоя помощь, большая черепаха. Мяу. Так, прыгаем на нее. Ой, можно было, правда, пройти, но ничего, мы и запрыгнули тоже хорошо. И теперь полезли наверх. Эй, я думала, он там останется внизу, но черепахи будет плавать. Так, забрались. И побежали, что ли, дальше? Да, но теперь нужно... Ой, мамочки. Так, и теперь нужно, наверное, маленького вот туда запустить, что ли, к червяку вот этому безумному, странному червяку. По-моему, этот червяк сумасшедший, ребята, смотрите, какое у него лицо. Так, и что делать? Я, наверное, стала туда, куда должен был вылезти червяк, и забаррикадировала ему путь, а он тогда перегрыз веточку. Мяу. А эта гусенка просто тут сидит недовольная. Ну да, я бы тоже была недовольна, если бы на меня все прыгали, мяу. Извини, гусенка. Никто не виноват, что ты трамплин в этой игре. Так, перепрыгиваем. Ой, вот так вот. И идем дальше. И кусочек цветок ничего не сделал пандам. Хотя вроде бы такие цветы едят только насекомых, животных они не трогают. Так, и теперь нужно закинуть туда камень. Ну, давайте. Не знаю, как это сделать. Наверное. Ну что, давайте закинем. Пандочки стали в очередь. А, камень сам кидается. Ну ладно, вот так вот. Ой, только бы не перелетел. А, здорово, и прям в серединку. Так, а теперь мы с пандочками пойдем. Они так синхронно все делают. Даже маленького не видно. Вот так придется перепрыгивать, что ли? Так, вот сюда. Ура, не падай, только не падай. Ура, панды молодцы. Панды прошли. Ух ты. Ребята, смотрите. Племя похитило самого крупного из панд. И теперь только две пандочки они должны спасти. Как-то спасти своего друга. Мяу. Так, ну что, иди сюда, вот ты. Так, и давай. Надо сейчас только не перекинуть его. Так, ну живой он куда-то улетел совсем далеко. И... Мяу, нет. Ладно, но зато не упал, можем попробовать еще разок.
Ну, давай, вот так вот. И не улетай, не улетай только. Да. И сейчас кинь фрукт. Так, и что дальше? Ух ты, он побежал за ним. Так, а теперь еще нужно на грибочек нажать. Так, ну это мы тут вроде бы сможем перепрыгнуть. Нет, 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 нет. Ой, ой. Черт, не упал высокий вот этот вот. Так. И... Ой, нет, 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 мяу, ой. А, я все время боюсь, что панды возьмут и упадут, мяу. Ура, прошли уровень, ну что же. Так, а теперь нужно схватиться за вот эту вот штучечку. Да, я подкинула его. И что теперь? Ой, мяу, это значит какой-то... Какое-то местное оружие. Так. Вот так. Ой! Ага, значит, я все поняла. Сейчас мы опять выманим лягушку. Да. Вот так вот, все было не так уж и сложно. Только как теперь пройти через вот этого вот странного папуаса? Ух ты, я попала ему в голову. Вот это да. Так, паучка тоже нужна? Вот так перепрыгиваем через паука. Хм. Прыжки панд через паука. И уровень пройден. Ура. Ой, вот же он. Срочно, срочно нужно его спасти. Так, и как мы сюда будем запрыгивать? Так, ну уже, гусенка, помогай. Ой, ой-ой-ой, что это? Что это такое? Давай-ка вот сюда прыгай. Да, то, что нужно, смотрите. Мы собираем вот такую странную штуку. Так, и теперь нужно прийти вот сюда. Так, и палочка, и апельсинчик, ура! Смотрите, мы их напугали. Так, и теперь бежим, бежим спасать нашего друга. Так, ой, давайте спускайтесь. Ну же, давайте, вот. Ура, так, ну все, ребята, смотрите. Все три друга теперь вместе. И им осталось только выбраться с острова. Ну, я думаю, мы продолжим в следующий раз. Потому что панды уже нашли друг друга. Я даже не знаю, сколько в этой игре уровней. Мяу. Так что напишите в комментариях, если вам понравилась эта игра. И вы хотите, чтобы я продолжила. Или напишите просто, в какую игру мне поиграть. Мне нравятся ваши советы, хоть вы и так много мне игр советуете, что я не знаю, смогу ли я вообще во все поиграть. Мяу. Ну, и спасибо вам за то, что подписываетесь на канал и ставите лайки. Мяу. А теперь всем пока и хорошего настроения. Мяу.